Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» мы поговорим о том, можно ли сообщать номер карты для перевода посторонним лицам. Если на вашу карту необходимо совершить перевод, и перевод именно по номеру карты, совершать этот перевод будет посторонний для вас человек, то вы можете отправить ему ваш номер карты, независимо от того, какой именно у вас банк. Если вы отправите только номер карты и ничего больше, никаких данных по вашей карте, то в этом случае не переживайте, потому что любой человек не сможет ничего сделать с вашей карты, кроме того, как совершить на нее перевод. Другое же дело, если кроме номера карты вы сообщаете постороннему человеку какую-либо дополнительную информацию по вашей карте. Особенно, конечно же, это касается трехзначного кода, который находится на оборотной стороне вашей карты. Это очень важно. То же самое касается того случая, если, например, человек запросил номер вашей карты, вы ему прислали, потом он говорит, что, например, необходимо для подтверждения перевода, чтобы вы продиктовали пятизначный код, который придет по вашему номеру. И не только пятизначный, есть и четырехзначный у некоторых банков. И вы, например, сообщаете этот код. Делать это ни в коем случае нельзя, потому что сейчас практически у всех банков есть свои интернет-банки, мобильные приложения, как раз-таки в которых и привязан ваш номер телефона. И, как правило, когда совершается какое-либо действие, покупка, например, какая-то, да, то приходит код подтверждения, который вы вводите, ну и, соответственно, операция выполняется. Ну и человек может, воспользовавшись вашим номером карты, попробовать зайти, например, в интернет-банк, либо в мобильное приложение и таким образом его взломать. Так что ни в коем случае не называйте человеку любую дополнительную информацию, никакие коды подтверждения, ни трехзначный код, ни срок действия вашей карты, ни тем более кодовое слово, ничего. Если вам необходимо сделать перевод, для этого понадобится либо ваш номер телефона, либо ваш номер карты, либо номер счета. Если постороннее лицо будет знать одно из трех этих данных и больше ничего, то ничего не сможет сделать и не сможет совершить никаких мошеннических действий. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.